Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами ваш уютолог Анна, и я приветствую вас на видеоканале «Территория уюта». Недавно я вернулась из отпуска, побывала на Средиземном море. Эх, конечно, мечта! Тепло, красиво, вкусно. Да, средиземноморская кухня – это то, почему я буду действительно скучать. И сегодня я решила приготовить спагетти с креветками. В большой кастрюле довожу воду до кипения, подсаливаю, добавляю туда пару ложек оливкового масла и забрасываю туда спагетти. Готовлю 10 минут. Тем временем мелко рубим чеснок, предварительно раздавив его ножом. Выжимаю сок из целого лимона и 1/4 другого лимона нарезаю на четвертинки. Сок и дольки лимона выкладываю в миску, мою и сушу петрушку, используя для этого специальную сушилку для зелени. Затем мелко рублю петрушку, добавляю красный перец и все перемешиваю. Теперь в большой сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю чеснок и тушу около 5 минут. Выкладываю в сковороду подготовленные очищенные креветки. Вместо них можно использовать морской коктейль, но перед этим его нужно разморозить и слить талую воду. После того, как я выложила креветки, подсаливаю и добавляю черный свежесмолотый перец. Затем тушу где-то 5 минут и добавляю петрушку с лимоном. Макароны уже готовы, их надо слить. Для этого у меня есть вот такой дуршлаг. Перекладываю макароны в сковороду, тщательно перемешиваю и готовлю еще 1 минуту. Ну вот и готово, можно подавать к столу. Кстати, стол я тоже декорировала в средиземноморском стиле. В этом мне помогла коллекция посуды Sea Style. Бело-синяя цветовая гамма этого фарфора навевает мысли о морском побережье и позволяет почувствовать себя в отпуске в тот момент, когда вы находитесь дома за обеденным столом. Подарите себе ощущение трапезы на набережной в Риме и насладитесь богатой вкусовой гаммой наших вкуснейших спагетти. А с вами была ваша уютолог Анна. Пусть в вашем доме всегда царят благополучие, гармония и уют. До следующей встречи!